Ребятушки, а пока что я не начал свой видеоролик, подпишитесь на группу Майна Босса. Тут вы можете различные новости узнать о данном сервере. Так что, ребят, подпишитесь, ссылочка будет в описании. А я приступаю к самому видеоролику. Комментарий, который не наберет ни одного лайка, попадет на мой видеоролик. Ха, интересно, что случилось тут у старика-то, а? Может, какой-то грифер взорвался или что? Ну-ка, сейчас давайте зайдем к нему и посмотрим, проверим, спросим. Эй, старик, что там случилось-то, не понимаю. Да это просто крипер. Крипер взорвался. А, ну я понял. Ну, короче, старик, такое дело. Я хочу повыживать на одном сервере. На таком вот крутом сервере. Не подскажешь какой-нибудь сервер такой вот классный, топовый, на котором большой онлайн и реально супер топовый сервер? Старик. Ну, да, есть один сервер под названием BossCraft. BossCraft? Ну, окей, ну... ну, сейчас тогда я пойду, покажу своим подписчикам данный сервер, а также буду выживать на нем, построю себе домик и так далее. Но осторожно, там много гриферов, поэтому будь супер осторожен. Окей, окей, ладно, все. Я понял. Ну что ж, я пошел показывать своим подписчикам данный сервер, а также выживать. A few moments later. Йоу, всем привет, с вами я, Игорь Кодор. Сегодня бы я хотел повыживать на одном сервере под названием BossCraft. Ну, нам уже старик подсказал, так что я сейчас покажу вам данный сервер, а также буду выживать на нем. Ну, чтобы зайти, нажимайте играть, нажимайте друзья, нажимайте на эту кнопочку, пишите адрес. BossCraft.ru. Порт оставляйте стандартным и имя пишите любое, к примеру, босс. Сохранить у меня уже добавлен, так что я захожу. Сейчас покажу все возможности, точнее, быстренько пробегусь и начну выживать. Хорошо, вот, мы зашли, нужно написать любой пароль, абсолютно любой пароль. Ну, давайте такой напишем. Так. И нужно повторно ввести тот же пароль. Все, мы зарегались, вы тоже зайдете, зарегайтесь и все. Очень легкая регистрация. Хорошо, вот данный сервер, я уже показывал. Я уже делал обзор данного сервера, так что, ребят, заходите, он топовый. Но я решил все-таки повыживать на нем. Так что сейчас возьму кейт-стартер и найду хорошее место и начну строить дом. Но, ребят, но! Тут можно гриферить, так что, ребят, будьте осторожны, если зайдете. Смотрите, вон там сколько гриферов, сейчас покажу даже вам. Они тут ходят, вон, толпучка, смотрите. Офигеть просто, это жесть. Они тут ходят, убивают друг друга, ну, наверное, друзья не бьют. Ну, не знаю, короче, если ты выйдешь с вещами, они могут тебя убить. Ну, хорошо, тогда я сейчас найду место хорошее и начну выживать. И сразу же возьму кит-старт. Ну что ж, погнали! Ну все, ребятушки, я нашел место для выживания. Мой домик будет тут. Ну, я не знаю, как вы его найдете. Может, даже не сможете найти, но, короче, там есть такая вот летающая тарелка, какое-то вот здание. Прикольно, я сейчас даже покажу быстренько. Вот, смотрите. Вот это здание, короче, и тут будет мой домик. И сейчас буду строить. Сейчас уже ночь. Ну, у меня факелы есть. 10 факелов, это хорошо. Хорошо, давайте начнем из досок. Сделаю доски. Так. Два стака, да, можно сказать. 36 досок, получается, вышло. Ну, тут такой вот кит, такой вот, как сказать, нестандартный. Мало досок дается, но ничего страшного. Я попробую построить из этих досок. Так, хорошо, уже темнеет. Нужно сейчас факел поставить. Ну, домик будет небольшой, потому что будет дефицит досок. Поэтому немножко будет маленький домик. Еще нужно сейчас сделать дверь. Не забыть. Вот так вот. И поставить сюда факела, чтобы было все хорошо видно. Вот так вот. Освещение. И вот сюда. Все, нормас. Так, вокруг никого нету. А то тут очень много гриферов. Я уже как предупредил в начале видеоролика. Так, хорошо. Продолжаем стройку. Блин, уже 19. Я не знаю, как буду продолжать сейчас. Домик будет тогда маленьким таким вот. Сюда поставь. Сюда и сюда. Я не знаю, сейчас мне хватит или нет. Именно на стену и крышу. Ну, на стену должно хватить, наверное. Так, хорошо. Сюда. Так, вот сюда. А, 10 досок осталось. Смотрите, у меня тут ничего нету.
Так, Silver, давайте откроем. Так, что нам выпало? Iron Boots. Ух ты ж, ничего себе. Давайте оденем. Нормально, все. О, утро сделали, ура. Так, окей. Теперь возьмем лучше доски. Нам нужны доски. Так. Закрываем сюда. Я не знаю сейчас, где буду брать доски еще. Без понятия вообще. Ну, окей. Так, ну, пока что на стены хватило. Ну, блин, наверное, продолжать стройку из земли. Давайте будем добывать здесь землю, чтобы, ну, не знаю, закончить свой домик. Все нормально, наверное, хватит. Давайте соберем вот это все и пойдем ставить весь домик. Вот такой вот скромненький домик у меня будет на данном сервере. Так, открываем. Двойная дверь. Даже можно было одну дверь, но как бы когда не делаешь дверь, тебе дается сразу три. Поэтому ты не сможешь одну взять. Так что... А, блин, упал. Бомбит. Заходи. Так, ну что, продолжим? Наверное, тут продолжу из земли уже, да? Чтобы была земля тут. Немножко такой вот домик будет. Так. Ой, блин. Нечаянно. Сюда поставь, сюда. Сюда, сюда. И сюда. Вот, нормально, нормально. Теперь нужно просто закрыть. Так, давайте закроем. Немножко будет темно, но у меня есть факела, как бы будет освещать домик. Так, вот сюда. Сюда, сюда и сюда. Вот такой вот скромненький домик получился. Так, ну что, вот такой вот домик построил. Супер скромный. Так, давайте выйдем. Никого нету? Да, никого нету. Отлично. Вот, вокруг такие дома. Можете, может, найти мой дом. Повыживал немножко на данном сервере. Сервер называется BossCraft. Так что, ребят, IP и порт оставлю в описании. Группа ВКонтакте и автодонат. Заходите, играйте. Тут очень большой онлайн, так что вы сможете найти себе друзей и так далее, повыживать. А также самое главное, то что тут можно греферить. Вот такой вот у меня домик получился, скромненький, да, прикольный. Давненько у нас таких домиков не было, маленьких. Ну, мне нравится, на самом деле, мне нравится. Такой вот прикольный. Сейчас еще сюда поставить кровать, и все, тут можно жить. Ну, все, ребят, если вам понравился данный видеоролик, поставьте лайк. Давайте наберем 200 лайков, я выпускаю новый видеоролик. Если вам даже не понравилось, то тоже ставьте лайк, что было очень круто. Ну все, ребят, с вами был я, Игрокодор. Вся информация будет в описании о данном сервере. IP-порт, группа ВКонтакте, автодонат, заходите, играйте. А также тут есть промокод на слово Ador, либо Ador Player, ну не помню. Короче говоря, в описании будет промокод, вы можете заходить, там будет скидка на автодонат. Заходите, играйте. Ну все, ребят, с вами был я, Игрокодор. Всем удачи! Всем пока!